мосту полно охранников. Здорово. Что делаем? Можно пройти под мостом, но это трудно. Так и знала, что ты это скажешь. Не волнуйся, я буду тебя прикрывать. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Упустим, не переживай. Хорошо. Что там внизу происходит? Думаешь, они прикончили девку? Не волнуйся. Если нет, она придет к нам. Отец Матиас отправит нас к Воне, если мы ее упустим. Упустим. Думал, что потерял тебя. Как ты? Еще бы чуть-чуть. Стой! Не двигайся! Они... Не двигайся! Они тебя заметят! Жди! Я его не вижу! Пошла! Стой! Подожди! Еще не время! Давай! Стой! Подожди! Лара, все в порядке! Спасибо, что прикрыл. Теперь мы в расчете. Лара, берегись! Я не чувствую! Сдавайся! Случилось? Она сдохла! Лара, их слишком много! Уходи! Даю слово. Thank you.
меня! Понимаете? В том мире мы были никем, но здесь все мы! Дети императрицы Солнца! Она не зря привела нас сюда! Я знаю, что вам нужна свобода! Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место! Но для этого мы должны освободить нашу императрицу! Как и мы, она пленница! Если мы освободим ее, то освободим себя! Эта девушка, в ней течет кровь этой земли! Она может стать ключом! Огненный обряд откроет нам истину! Мимико, ты первая и последняя! Скажи свое слово! Ты убила нашего брата! Теперь я убью тебя! Это тебе со Владимира! Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, пламя своим! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Я не вижу тела. Не думаю, что она выжила после такого падения. Ладно, спускаемся. Пошли. Возможно, огнеопасность.